такой ситуации не лишним предметом в общественном транспорте был бы кондиционер, однако его нет ни на муниципальных, ни на коммерческих маршрутах. Один из факторов – это все-таки стоимость данного оборудования и его последующее обслуживание. Технически сейчас это невозможно сделать. Тот подвижной состав, который применяется в перевозках, это идут доп. Опции. Более новые виды подвижного состава, то есть эту доп. Опцию уже можно приобрести при покупке самой транспортной единицы. Я думаю, мы обратим на это внимание и будет принято решение. Целесообразность применения данного оборудования в муниципальном и коммерческом транспорте.